ваше лето посвящены возвышенным трудам. Примите в славный юбилей букет и слов, и пожеланий. Вам счастья долгих-долгих лет, здоровья, творческих исканий. С талантом вашим в унисон мы пропоем ведущий тон. И пусть весенняя звезда сияет в музыке всегда. Спасибо. А, туда. Ой. А. Так. Знаете, такое? Портативные двигатели. Игрушка. А? Игрушка. Игрушка. Заму главную игрушку. Люблю игрушки. На дело пойдет. Конечно. Спасибо большое. Так, сейчас еще раз всех сфотографирую. Это очень здорово. Так, вы у меня тут так... А, уже все фотографируете, потом я сделаю монтаж. Ваш стих прелестный и спокойный донес меня до глубины души. В душе моей созрел и расцветает дальше. Пение заснял. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я очень... Подождите, не уходите. Я хочу сказать, что при всем, при чем угодно, при том, что вы курите на... Я очень рад, что именно вы единственные, никого больше мы сюда никогда не пускали, не пустим, а вас, я не могу сказать, мы с вами вместе, мы родные. Я давно знаю Бориса Самуиловича, очень давно, давно знаю его творчество. Я знаю еще тогда, когда он не был таким, каким вы его знаете. Вы же не знаете, каким он был. Он был, знаете, каким жестким, хуже Караяна любого, да. Он был, он, знаете, как он орал на всех? Орал он, я сам слышал, я это сам знаю. Я это подтверждаю. И потом он превратился вот в такого вот замечательного. Мне кажется, что я в этом тоже чуть-чуть. И мы очень рады, что вы у нас здесь работаете. И вы всегда будете работать независимо от ни от чего. Вы поняли, да? Независимо ни от чего. Но я хочу, чтобы вы еще больше были как бы вот сотрудниками с нами. То есть не забывали про сменную обувь. Ну а как же, все дети так, а что по-другому, что ли? Нет, ну это все шутки. Борис Самойлович, спасибо большое. Очень большое спасибо. Борис Григорьевич, мы дарим вам... Потому что нам не понравилось. Но, наверное,
перечислит Борис Иванович. Во-первых, потому что мы в этом очень ничего не понимаем. Наверное, это все-таки очень вкусно, поскольку это нам, да, это нам подарок из Словакии. А во-вторых, потому что у нас есть вторая такая. Вот. Очень все здоровы, спасибо. Спасибо. Сейчас я расскажу что-нибудь Николаю Ефимовичу. Николай Ефимович, рассказываю. Это очень знаменитый коллектив. Очень знаменитый. Никому не нужно, потому что они поют классическую музыку, но тем не менее выступают в международном доме музыки постоянно. Это москонцерт. Филармония, да. Они у нас, они нашли у нас прибежище. И они не могут нам заплатить деньги никаким образом, потому что мы не можем найти сочетание слов, соответствующее Москонцерту и нашему казначейству. То же самое тендер. Нет, не получается ни тендер, ничего, они не могут. Все, чтобы они тут, чтобы мы, за что они могут заплатить нам, называется аренда. А аренда запрещена. Почему она запрещена, не знаю. У нас на потолке... Не жалко, рэк идет. Выключайте. Видите, вот это неизвестно что. Фото написано, фото. Зачем вам это?